One time he was giving Darshan. Помню, как однажды он давал даршан, ученики из Гурукулы читали различные стихи. Они читали Бхагавад-гиту. Там был маленький преданный Кришна Смаранам. Он обладал очень хорошей памятью. Я тоже учил Бхагавад-гиту, хотя я и не состоял в храме, потому что если вы знали целую главу из Бхагавад-гиту, главу, которую они изучали, вам давали полную тарелку Махапрасада. Я старался не отставать от студентов Гурукулы, чтобы получить тарелку Махапрасада. Кришна Смаранам, или, может быть, его звали Лила Смаранам. Он мастерски читал стихи. Он зачитал очень много стихов из Бхагавад-гиты. Я подумал, вот это фантастика. Прабхупада посмотрел на него и сказал, а какой перевод? Он сказал, я не знаю. Прабхупада сказал, нет, это бесполезно, они должны знать перевод. И тогда я понял, что тоже должен понимать значение. Недостаточно просто как попугай повторять слова.